Всем привет, ребят! Опять очередная посылка из Китая. Отсылали в почтой Швейцарии. Купился в телефон 26 числа. Отослали из Китая в 4 и 16 оказался на Украине. Что, в принципе, чтобы вы увидели, что оказалось, в принципе, и шло все быстро и нормально. Что упаковка здесь классная, оказалось, что претензий к упаковке у меня абсолютный ноль. Все классно. Если с пупырочками упаковали, значит все классно. Не получаете. Так, ребят, смотрите. Оказалось, вот такой с пупырочками. Открываем его сразу. Есть, что у нас есть? Ага, он даже в упаковке оказался. Есть, смотрите, в комплекте с переходником и телефон упакованный, что Xiaomi 4A, что Redmi 4A. И кто знает, так раз, скальпеля оплатил давным-давно, но я так понял, что увижу я в глаза его еще не скоро. Но я так думаю, это сути дела не поменяет. Всем, кому интересно, то чуть-чуть, секундочку, потерпим уже, ребят. Ну, и вскрываем, что у нас будет. Так, естественно, здесь что у нас пишется, 425 Snapdragon идет, камеры в 13, пятерочка, и аккумулятор оказался в 300. Но, в принципе, что все здесь останавливаться я уже не буду, а возьму... Открой его, чтобы глянули живой телефон. И первое впечатление, ребят, он классный. Если честно, а бы я не знал, что он из пластмассы сделан, то я бы думал, что он сделан из металла. Чтобы вы видели, что видите, специально для сим-карт идет лоточек. Здесь у нас 3.5 джек, инфракрасный порт и микрофон идет. Я так думаю, вы увидите. Здесь кнопки громкости и включения. И здесь оказался USB микрофон. Спинка у нас и с камерой. Вспышечка, что видите, оказалось, но сканера, что в телефоне здесь нет. И спереди экранчик, что 5-дюймовый, с расширением оказался HD. Здесь камера, динамик и все датчики. И попробуем включить, что включается, что есть вибрация. Это, в принципе, что класс. И пока в комплектацию глянем, что внутри. Ребят, из комплекта у нас есть инструкция, что полностью на китайском языке идет. Я так думаю, вы увидите, что куда и как есть. Здесь у нас оказался питание блок. Что там пишется? Шипится в полтора. Не, шипится на ампера. 1 ампер. Что? Я так думаю, что долго заряжаться будет. Но что, в принципе, это все равно терпимо. Куплял в телефон за $94, я считаю, за такую стоимость, что телефон классненький идет. Оказался стандартный еще USB у нас. И скрепочка, ребят, идет, что в принципе чуть-чуть упаковка отличается от стандартной. И просто, чтобы вы увидели, ну секундочку, откроем его сюда. Попасть тяжеловато. Есть, открывается, что в принципе все стандартно. Я компания Xiaomi, что видите, SIM-1, SIM-2 или симка и карта памяти. Здесь ничего интересного нету и останавливаться, я думаю, не стоит на этом. Ну, что включаем, что из коробочки, что писал у нас MIUI 8. Так, с языками у нас оказались все полностью языки, значит, что в телефоне оказалось, что глобальная версия, что это плюс, что в принципе. По прошивке Украина указываем, что я из Украины, что кто не знает. И пока, чтобы вы увидели, пока включается из настройки, я вам со своим с телефоном, но он из металла идет, так что вы осмотрели, что толщина и размеры, что в принципе аккумуляторы их одинаковые, но телефон все-таки чуть-чуть потоньше. И с размерами, по-моему, они ну, чуть-чуть оказался в побольше. И отличается, что динамики спод низу здесь и сзади идут, ребята. В принципе, все оказалось похоже достаточно. Но единственное, что плюс, что здесь есть инфракрасный порт. Так, это пока включаем и в сторонку его. Давайте
Подключимся к интернету сразу. 8, есть. Подключились. Есть. Идем дальше. Что у нас здесь будет? Условия пользы. Так, телефон я заберу, чтобы не отвлекал. Никого принять. Пропускаем. Сим-карты я еще не вставлял. Но в чем плюс, что уже изначально оказался в телефон и с украинским, и с русским языком, что плюс, что вам будет, что включаете и долбаться с ними нахуй. Хотя бы тему выбираем. Разрешаем. Я так думаю, что телефон женский, то лучше вот такую тему выбрать. Будет. Есть. Настройка. Завершено, что все включается. И пока за компанию, у меня телефон от компании еще долги есть в руках. Ребят, просто, чтобы вы увидели, вот как оно с экраном, что пятерочка и 5,5. И толщину, чтобы увидели, и размеры, как идут. Что, в принципе, все здесь одинаково. Так, я приложу его сюда. Я так думаю, вы увидите их размеры. Но все-таки ощущается, что лопата, конечно, что оказался побольше. Но, что, в принципе, что первое впечатление о телефоне оказалось, все классно. И смотрится он действительно классно на пятерочку. А тем более, учитывая его стоимость, то я считаю, что здесь все классно. Ребят, если вдруг кому-то интересно, ссылочка внизу в описании будет идти. Пока включается, что-то долго оказалось грузится. Что придется ждать. Пока включается, я вам дизайн немножко покручу его, что все говорят, что сделай чуть-чуть, типа не спеши и покажи его нормально. Так, спинка сюда идет, увидели, идет сюда спинка. Но я говорю, что такое впечатление, что из металла действительно, что смотрится, что классно. Это, в принципе, из покрытий казалось, что классно. Так, телефон, что включается, оказался это плюс. Из экрана с подсветкой, что включаю вообще, оказался темный, что полностью. И включаем так, чтобы увидеть, есть. И включается, что полностью подсветка. Но все-таки, что класс, что сделано все здесь, оказалось с умом. Так, что включаем. А телефоне, ребят, что у нас пишется, смотрите. Пишется 4А, Android 6. Так, уровень безопасности системы 1.11. И глобальная оказалась типа прошивка 54 ядра 1.4, оперативки 2, из памяти типа 16, из которых только у нас есть вообще чуть-чуть. Аж удивительно, что так мало ее идет. Есть. Отсюда выходим. Это нам не надо. Разрешение нам, я так думаю, не интересно. Приложение. Это тоже нам функционально. Системные приложения. Что у нас есть из системы? Миклауд, ВКонтакте, сообщения. Ну, я так думаю, здесь тоже будет не совсем. Google аккаунты дополнительно. Что у нас есть дополнительно? Включайте языки. Обычно все интересуются, какие языки есть. Так, я специально по чуть-чуть гляну, чтобы вы увидели, что есть. Типа, и что, в принципе, и стандартные, и китайские, если смотрю, и всем, что кому интересно будет, то есть язык, детский режим есть, функция у нас, конфиденциальность есть, что оказалось, и функция в помощнике есть, что включается, если захотели или включили, или отключили. Так, что индикаторы у нас есть тоже. Синий, что включено. Давайте где-то зелененький сделаем. А здесь будет фиолетовый. Так, что у нас еще есть? Звуковые эффекты. Есть клавиши, что включаете, если захотели в пожеланию. Есть клавиши, что у нас есть? Клавиши, что включается здесь. Ну, что в принципе, что в пожеланию, что все включается. Как бы вам захотелось. Управление одной рукой есть. У нас 4 дюйма. Но я так думаю, эта функция для такого телефона, он комфортно использовать его, и эта функция здесь, что думаю, вообще не надо. Специальные возможности, что у нас здесь есть. Talkback, Switch Access, опять же таки,
Это включается, эта функция. Я так понял. Оказалось, нет. Жесты для увеличения у нас есть. Я так думаю, это тоже нам не надо. Ну, в принципе, тут все. Идем дальше. Скриншот еще есть какая-то штука. Ага, типа три пальца вниз. Раз. И скриншот должен делаться, наверное. Ну, оказалось, он не делается. Ребята, я не знаю, в чем прикол. Идем дальше. Что включаете? Облегченный режим. Я так думаю, это тоже нам не надо. Хранилище, аккумулятор, батарея. Так, чтобы вы увидели, что у нас пишется. Температура ее. И сколько мы использовать его сможем. Есть. Не беспокоить, думаю, нам не надо. Второе пространство. Это использовать, в принципе. Ну, что, оказалось, эта функция действительно классная, ребят. Обязательно, что всем рекомендую ее использовать. Строка. Упускаем экран блокировки, я так думаю, ну что все стандартно здесь все идет. Что, включаем звук, рингтон. Ого, оказалось, кстати, оказалось здесь громкость еще классная. И давайте попробуем включить какой-то звук. Что, громкость по максимуму я включил, кричит, ребята, что классно, действительно. Что первое впечатление, что динамик здесь вообще класс, что действительно супер, что громко идет, настройки одной сим-карты, я не знаю, что это означает, но идем дальше. Так, и что смс-ки входящие у нас, если захотели, и включаете такую мелодию, такую, о, что классный звук, кстати. Есть, я так думаю, вы услышали и увидели. Идем дальше, что у нас есть, темы, это, что в принципе я включал эту функцию, темы, обои у нас так же самое и с картинками, и, если захотели, изменили картинку для себя, разрешить, есть, установить, есть, что включилось, экран, яркость, что включал, что есть автоматическая у нас яркость, и что в принципе из функций у нас еще, что классно будет, и что включение тапом двойным, и что включается, что, ну, что действительно актуальная вещь, что видите, здесь отсутствует типа сканер, то естественно актуально это будет. Ну что, в принципе, здесь все. И камеру, естественно, я включу. Я так думаю, здесь у нас оказалось все стандартно. Что полностью, ребят, текст есть. Раз. Есть. И смотрите, ребят, что он у нас будет принять. Сближение. Так, есть. Ну, что, в принципе, стандартно оказалось, что здесь камера. И интересного ничего мы здесь, я так думаю, не увидим. Стандартно, что включаете, здесь режимы, что есть или такой режим, или таймер, или голос, управление, есть улучшение, и включаете, ну, типа, установки. Звук, сканер, QN, соотношение сторон 4:3, широко, чуть-чуть, это плохо, качество в картинке высокое нам надо, чтобы было. Есть функция средняя, контрастность есть. И давайте попробуем еще раз. Раз. И включаем картинку. Так. Ребят. Ну, в принципе, все терпимо. Но, если честно, я не знаю. Оказалось, ну, типа, или из-за плохого освещения, но картинка чуть-чуть не то. И включаю же видео. Так, смотрите, что у нас есть из установок. Full HD включается. И что, в принципе, это плюс. Есть. И давайте снимем. Немножко. Раз. Видео идет. И автофокус. Ну, кстати, картинка здесь классная и действительно включается и срабатывает супер. Ну что, здесь действительно оказалось все классно, ребят. И включаем видео, чтобы вы просто смотрите вживую, что увидели его. А чем его включить? Открыть с помощью приложения. Я так думаю, этим, наверное, придется. Разрешить. Разрешить. Так, ты включишься или нет? Не, ребят, что я так думаю, ну все еще в перспективе, что куча включится, куча и установится, и все впечатления я специально сделаю отдельное видео и увиду, ну типа увидите, ну типа и покажу вам все. Все, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока.